Якутская городская дума – старейший представительный орган в республике, на Дальнем Востоке и один из старейших в стране. В этом году ей исполнилось 200 лет. Городская дума была и остается самым близким к жителям органам власти, работа которого направлена на развитие столицы. Наши депутаты – это команда профессионалов. Каждый стоит на страже прав и интересов горожан. Для этого мы постоянно ведем прием, учитываем мнение избирателей, проводим депутатские, публичные слушания, выездные заседания, круглые столы. Депутаты городской думы работают в своих округах, совместно с окружной администрацией мы работаем с ветеранами, с молодежью, многодетными семьями, людьми с ограниченными возможностями. Это важная часть работы депутата, потому что без объединения усилий с горожанами невозможно добиться ощутимых результатов. Помимо этого, депутаты контролируют большое количество вопросов, связанных с переселением из ветхого и аварийного жилья, выделением многодетным земельных участков, строительством и ремонтом дорог, школ, детских садов, выделением средств на эти цели и многие другие. Главным приоритетом во все времена являлось и является развитие города во благо его жителей. Якутская городская дума, как представительный орган, является самым близким к населению органом власти, максимально активно взаимодействующим с населением по всем вопросам. Депутаты принимают нормативно-правовые акты, обязательные для исполнения жителями и учреждениями города, утверждают все основные решения, связанные с жизнедеятельностью и развитием города на текущий момент и перспективу, контролируют и принимают бюджет города Якутска и работают над увеличением его доходов. Ну, сегодня на внеочередной сессии был рассмотрен вопрос внесения изменений в бюджет городского округа город Якутск. Это затрагивает текущий год внесения изменений, а также следующий год, 23-й. Надо сказать о том, что мы сегодня утвердили рекордные цифры бюджета города Якутска. 27 миллиардов – это действительно плановая работа и города, и республики по увеличению бюджета города Якутска. Это действительно достижение. Сейчас идет достаточно плодотворная работа между городом и республикой в части наполнения бюджета города, выполнения тех или иных задач в городе. Ну и надо отметить то, что республиканская власть в лице руководителя нашей республики четко, эффективно и качественно, и самое главное, в срок, в нужный срок поддерживает, конечно, город. Четвертый созыв Думы был избран в 2018 году, и сегодня в нем трудится 28 депутатов. Все они – представители самых разных профессий. Врачи, служащие, руководители предприятий и учреждений, представители бизнеса и образования. Всех их объединяет активная гражданская позиция, желание и стремление работать на благо города и его жителей. Со своей депутатской миссией школу номер 16 города Якутска посещает Феликс Романов. Дети столицы принимают участие во всероссийском конкурсе рисунков «Безопасные дороги глазами ребенка». Я хочу, чтобы вы воплотили все самые смелые фантазии в этот рисунок. В этом конкурсе принимают участие дети со всей страны. Очень надеюсь, что мы займем достойное место в этом конкурсе. Ну и удачи всем вам! Молодой депутат является инициатором нескольких проектов, которые призваны создавать комфортную среду проживания. Например, проект по обеспечению безопасности на дорогах уже реализован. Это повторители для светофоров. В рамках реализации данного проекта было внесено предложение по оборудованию Г-образных опор. Вы их можете увидеть на улице Дзержинского. Это опора с повторителем сигнала светофора, должна обеспечивать пешеходам и автолюбителям хорошую видимость сигнала светофора. На представителей органов местного самоуправления возложена огромная ответственность. От их ежедневного труда, организаторских навыков, умения эффективно действовать в разных жизненных ситуациях зависит стабильное развитие городского округа, создание комфортных условий проживания в нашем городе. Общаясь с жителями своих округов, депутаты доносят их проблемы до городской власти, что помогает ей корректировать направление финансовых вложений, составлять программы экономического и социального развития города, решать вопросы, которые наболели у жителей по отдельным микрорайонам и улицам. Депутаты – это невидимая работа, депутатская работа. Ты работаешь в комиссиях,
у тебя прямой контакт со своими избирателями. Ты уже смотришь на своей территории, да, на избирательный участок, какие проблемы есть, что первоочередно можно сделать. И на этих комиссиях разных, на депутатский час, там, слушания и так далее, ты отрабатываешь эти вопросы. И депутаты, они из своих комиссий, из своей деятельности, они тесно работают с исполнительной властью. Это значит, с окружной администрацией города Якутска. Только в таком случае, вот в таком взаимопонимании, поддержке, и вот решаются вопросы. И получение без утверждение бюджета городского округа город Якутск, город не может работать. Поэтому после того, а бюджет утверждается только после того, как во всех комиссиях по нескольку раз рассмотрят все эти вопросы, все депутаты поддержат. А депутаты у нас в городской думе депутаты, представители разных партий. Они придут к единому мнению и проголосуют за утверждение бюджета. Как народный представитель, она находится в постоянном контакте с крупными предприятиями, фермерами, администрациями пригородных населенных пунктов. Курирует и ставит вопросы данного направления перед руководством города. Прасковья Афанасьевна, как наш депутат, она постоянно работает с администрацией на селе Гахатаса. В этом году вместе проработали такие работы, как по асфальтированию улиц Ленина, Октябрьская, села Хатас, по проекту безопасности. Классные, качественные автомобильные дороги, а также курируют все вопросы по сельскому хозяйству. Парасковья Афанасьевна отмечает, что с освоением территории существует проблема для животноводства. В данное время ощущается острая нехватка пастбищ и земель для сельскохозяйственного назначения. Но в то же время столица и пригороды показывают очень хорошие показатели по растениеводству. Наши хозяйства, который работает на территории городского округа город Якутск, на 30 с лишним процентов удовлетворяет спрос населения в картофеле. И на 25% спрос населения на капусту, на свеклу, морковь и так далее. Это очень хорошая цифра. У нас по посевным площадям картофеля и овощей открытого грунта – это самые большие по республике. Город Якутск – это не только вот, да, такой центр, да, административный, там, такой, где вроде бы как невозможно представить, что у нас сельское хозяйство хорошо развивается. Но оказывается, по площадям город Якутск занимает самые большие площади по республике. И, соответственно, продукция такая. Поэтому 30 и 20% – это очень хорошая цифра для нас, для обеспечения продуктовой безопасности города. За 200 лет представительный орган власти принял целый ряд программ и решений, имеющих большое значение для городского округа. Депутаты работают в конструктивном взаимодействии с администрацией города Якутск, правительством республики. Депутаты Гордумы всегда работали в плотной связке с депутатами Госсобрания Илтумен. А в 2018 году по инициативе председателя Гордумы Альберта Семенова была создана Междепутатская ассоциация «Столица», объединяющая депутатов города и республики, избранных по избирательным округам города Якутска. Мы приняли в новой редакции стратегию социально-экономического развития города Якутска до 2032 года. Разработали новый проект республиканского закона о статусе столицы. Если говорить о последних сессиях, то мы приняли ряд решений для оказания помощи семьям участников специальной военной операции. В прошлом году, как вы знаете, глава республики Осип Сергеевич Николаев на сессии Якутской городской думы подписал указ о социально-экономическом развитии города Якутска, где поставил нам большую задачу, чтобы Якутск к своему 400-летию стал лучшим городом в мире на вечной мерзлоте. Нами совместно с окружной администрацией города проводится объемная работа по улучшению качества жизни горожан, и в целом развитие нашего родного города Якутска.
На одном из заседаний ассоциации был рассмотрен и принят новый проект закона о статусе столицы. Кроме этого, депутаты Госсобрания Илтумен принимают участие на сессиях городской думы, в работе постоянных комиссий и всегда активно обсуждают важные вопросы города Якутска. Благодаря такой работе городской округ город Якутск за последние годы добился значительных успехов в своем развитии, стал более комфортным для проживания, привлекательным для инвесторов, ярким, самобытным в своем архитектурном облике. Сегодняшняя динамика развития позволяет столице с оптимизмом смотреть в будущее. Считаю, что работа депутата требует огромной любви к родному городу, знаний, понимания проблем, опыта и, конечно же, энергии. Потому как наши депутаты совмещают депутатскую деятельность с основной своей работой. Безусловно, это бывает сложно. Поэтому не каждый человек готов взять на себя такие обязательства, такую общественную нагрузку. Но уверен, что благодарности горожан, их улыбки, счастье в глазах придают каждому из депутатов сил и энергии на новые свершения. За два столетия представительный орган местного самоуправления неизменно представляет и выражает интересы всех горожан. Люди, работая на общественных началах, отдавали и отдают немалую часть своего времени, своих сил и энергии на служение нашему городу и его жителям. Активная жизненная позиция, общественный почин, вклад каждого в развитие Якутска неоценим.